Ребята разбирают подарки. Тоже им тут пряжу, я смотрю, высококачественную принесли. Чтоб без дела не сидела пятнашка, чтоб мужу связала свитер наконец. С челябинской суровой стекловаты. Одобрено зоологом. Смотрите, красная табличка. Полина плюс Персей равно там сердечко нарисовано. Как романтично. Всем котам нужны коробки, вы как думали? Персик, лезь, давай, лезь. Ух ты, как их колбасит-то, а. У тебя хоть. Оч. И персик шуганулся. Ухажувания пошли. Ну как без них-то, это весна. Первомарт. Персик сейчас пел. Красивая ария, я не знаю откуда, но бельканто было что надо. Но я не стал снимать и записывать, потому что плохо слышно было из-за стекла. Ну, знаете, впечатляет. Персик принюхался. Что там у вас? Мявка там. Доедайте мяско-то, ребят. Хорошее мясо нынче редкость. Вам все-таки хорошее привозят. У нас в магазинах гораздо хуже попадается, на самом деле, я серьезно. Кто-то спрашивал, не пахнет ли у нас весной и когда мы поедем на дачу. Скоро поедем. Только закупим газовые горелки и примусы. Двойные свитера. И как только, так сразу я вам сообщу. Не переключайтесь.